Ольга Бузова очень трепетно относится к тому, что говорят о ней и думают друзья. На хейтеров ей плевать, а вот критика близких всегда ранит в самое сердце. После недавних выпадов в свой адрес звезда решила ответить. «Так удивительно, я столько всего в своей жизни уже видела, но каждый раз удивлюсь новому дну. Сколько еще неизведанного дна ждет меня впереди? Посмотрите, какое дно!» – отшутилась 35-летняя телеведущая. «Вы только посмотрите! Какое дно! Такого дна я еще не видела!» Поклонники считают, что дном Ольга назвала поведение Влада Кадони, который опубликовал пост и обвинил бывшую подругу в лицемерии. Еще пару месяцев назад бухали на дне рождения. И пусть другие сделали выводы и вид, что ничего не произошло. Я, Оля, не могу. И пусть меня захитят твои фантики, можешь обидеться на меня, посчитать дном или не мужиком. Но я в глубоком шоке от твоего лицемерия, пишет телеведущий. Поводом для ссоры стала неожиданная отписка Бузовой в социальных сетях от всех ведущих «Дома-2», которые сильно обиделись на бывшую коллегу. Но есть и другая версия. Поклонники считают, что дно – это экс-супруг Ольги, футболист Дмитрий Тарасов. Недавно бывший муж запустил курс, который решил пропиарить, рассказав об отношениях с Бузовой. В сети не оценили откровенности спортсмена и посчитали такое поведение не самым достойным поступком. Отметим, Ольга сейчас находится в Африке, где снимает новое шоу для канала ТНТ. По слухам, руководство не пустило телеведущую в новую версию «Дома-2», которая вышла на Ю, но при этом предложило создать несколько новых программ специально для нее.